1896 году на берегу Камышинки купцом Иваном Петровичем Шемякиным была выстроена паровая механическая мельница. Это было пятиэтажное с характерной промышленной архитектурой здание из красного кирпича и с комплексом пристроек, помещением для парового котла, амбарами, конторой, весовой и прочими. На мельнице работало 100 человек. Она многие годы была одной из самых высоких построек в Камышине. По высоте с ней конкурировал только Вознесенский собор на Базарной площади. С приходом советской власти мельницу, как и другие промышленные предприятия и дома, национализировали. Во время гражданской войны в здании временно располагался лазарет инвалидов. После лазарета мельница еще поработала до начала 30-х годов и встала. Затем она вошла в Сталинградский мукомольный трест под номером 7. 14 февраля 1936 года Совет народных комиссаров, так в то время называлось советское правительство, приказал на базе старой мельницы построить лакокрасочный завод. Масштабное строительство, переделка, развернулось 8 июня 1936 года, но из-за задержек поставок стройматериалов, но самое главное из-за задержек в поставке чертежей, первая очередь лакового завода была введена в эксплуатацию только в ноябре 1938 года. Несмотря на то, что из-за отсутствия средств на дальнейшую переделку, дело ограничилось постройкой только первой очереди, завод начал выдавать до 17,2 тонн продукции в сутки. Были здесь лаки, краски и олифа. В 1941 году, с началом войны, заводу присвоили название «Победа». В 60-х годах на крыше установили неоновые светящиеся ночью буквы «Слава КПСС», дань тогдашней моде. Самой, пожалуй, знаменитой краской завода была оранжево-морковная краска, блестящая и глянцевая. Ее закупали для покраски своей продукции Волгоградский тракторный завод, Нижегородский судостроительный, Красная Сормова и Ленинградский Кировский завод. И хотя краска на прилавки местных магазинов попадала редко, на полах домах очень многих камышан она присутствовала. Из-за дефицита товаров, работники завода воровали краску, олифу, подсолнечное масло, спирт. Спирт был с запахом резины от труб, по которым проходил на производстве, и не исчезал даже после перегонки и фильтрации. За специфический запах его прозвали в народе «калошей». Иногда спирт выносили с завода, так сказать, в себе, выпив его на работе или по окончании рабочего дня. На территории лакокрасочного кипела жизнь. Был при заводе свой клуб, куда приходили потанцевать и посидеть на праздники, кинотеатр и даже фонтан с живой черепахой, а над входом, говорят, даже висели большие и круглые часы. Производство лаков и красок было вредным. От заготовок в воздух поднимались испарения смол, растворители и масел, а особенно сильно пахло, когда из рыбьего жира варили олифу.
Дым и тошнотворный запах распространялся на всю местность, особенно в летние жаркие дни. И жители близлежащих домов стали писать жалобы с просьбами убрать завод из центра города. Тогда власти приняли решение о переносе производства. Завод закрыли, оборудование демонтировали. Опустевшее здание даже хотели перестроить под гостиницу. Но едкие запахи и химические вещества слишком пропитали стены, а денег на переделку в очередной раз не оказалось. В 1974 году лакокрасочный решили снести. Специальная кладка старинной мельницы упорно сопротивлялась сносу. Мельницы строились на совесть, чтобы защитить стены от вибрации при использовании жерновов для помола муки. Конструкцию, как обычно, попробовали растащить тракторами, но не получилось, поэтому и решили взорвать. Долгое время на месте завода красовались руины, которые постепенно разобрали на кирпичи. И только спустя несколько лет исчезла из обихода Камышан, ставшая привычной остановка Лаковой, Победа, и стала просто бухта.